И его высокопреосвященство оказался настолько гостеприимным хозяином, что даже летом, в сезон пляжей и отпусков, столики в ресторане «Ришелье» не пустуют. На открытую веранду, как мотыльки на свет лампы, слетается модная вальяжная публика. Сквозь открытые окна вырывается озорной ветерок, и вентиляторы превращают его в прохладный поток, который ласкает тела, колышет зеленые стебли вазонов. Именно здесь суровый кардинал дает знать гостям, что ничто человеческое ему не чуждо. В том смысле, что он понимает слабость человеческой натуры, и если какой-то гвардеец провел изнуряющую ночь у дамы своего сердца, то ему помогут быстренько восстановить силы. Или просто, если гостям не хочется, морочиться на домашней кухне. Каждый, кто к нам приходит в эту летнюю знойную погоду, может смело рассчитывать, что Ришелье не спит вообще. Ришелье трудится и днем, и ночью. И вот плоды этого труда – эти вкусные, аппетитные, ароматные завтраки, которые не только Ришелье попробовал, а которые может попробовать каждый, кто придет там на завтраки. С 6 утра, когда город только сбрасывает с себя дрему, в ресторане уже несут на столы яичницу по-деревенски с жареным картофелем, ветчиной и беконом, после которой даже чревоугодник Портос начнет творить чудеса хоть на ратном, а хоть и на амурном поле. Между прочим, его преосвященство весьма благоволит к яйцам, поскольку это питательный и легко усваиваемый продукт. Так что мушкетерам и гвардейцам в Ришелье рекомендуют обратить внимание на яйцо пашот, которое подается на обжаренном тосте с копченым лососем. А во флорентийской версии его кладут на жареный шпинат, запекают под сыром и декорируют беконом. Хотя сам кардинал не скрывает большой симпатии к омлету с томатами, спаржевой фасолью и луком. Только высокое разрешение позволило повару выдать секрет этого блюда. Тесто из яиц замешивается на овощном бульоне. А миледи ни за что не начнет день без творога, ведь в нем всего 3% углеводов, зато много высококачественного белка. Хотя, возможно, не в этом суть, а в том, что с апельсином и миндальной стружкой он восхитительнее сладких десертов. От сырников светская красавица тоже не воротит свой носик, поскольку не может устоять перед их вкусом, то подкладывая в тарелку джема, то сдабривая блюдо домашней сметанкой, которая, к слову, очень идет к налистникам. А чтобы гости не устраивали дуэли из-за споров о лучшей начинке, повара заворачивают в блинчики и мясо, и грибы, и куриный фарш. Вопрос об утреннем питье тоже не стоит. Все по усмотрению гостя. Но йогурт для поклонников здорового образа жизни – напиток лидер. Тем более, если к нему попросить ягодную корзинку. Вплоть до полудня продолжаются завтраки в ресторане «Ришелье», чтобы все желающие могли навестить его преосвященство с пользой для желудка. Ведь столичный кардинал занят не интригами, а заботами о гостях, призывая их жить вкусно и дружно.